Доброго времени уток, друзья! С вами по-прежнему Арталаски, и в этом видео я покажу процесс рисования графики для своей новогодней мобильной игры под названием Soul Santa. Рисую я на новом планшете от Hyon, чтобы протестировать его перед обзором, который скоро выйдет на этом канале. Подробнее об этом планшете вы можете узнать по ссылке в описании под видео. Изначально я хотел делать графику в пиксель-арте, но мне захотелось сделать что-то необычное для себя, чего я раньше еще не делал, поэтому я выбрал немного новый для себя стиль. Наконец, я выбрал готовую палитру от блогера Gigantic, который рисует векторные иллюстрации. Я еще не решил точно, буду ли делать вектор или оставлю просто растровую графику, нарисованную прямо в фотошопе. Далее я планирую разрезать персонажей на отдельные части для последующей анимации. Но перед этим мне придется прорисовать каждый из этих объектов более четко. Сейчас это просто концепт, который позволит мне увидеть свою игру в целом, поднять ее визуальный стиль. По жанру это топ-даун шутер в новогоднем сеттинге. Забавный, добрый и бесплатный. В общем, я на время притихну, а вы наслаждайтесь просмотром.
Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Арталаски, с наступающим Новым годом, пока!